Спортивный клуб «Легион» базируется в райцентре давно, и за это время количество спортсменов в нем достигло уже несколько десятков. Но вопрос с местом тренировки всегда стоял остро. Решение пришло само собой. Разработка проекта, подсчет сметы расходов и заявки на участие сразу в нескольких грантовых конкурсах. Плодотворная работа команды единомышленников принесла свои плоды. Это победа сразу в двух конкурсах – на грант президента Российской Федерации и грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Общая сумма на реализацию проекта «Женский клуб» и «Кроссфит для всех» составила порядка 900 тысяч рублей. Закупили оборудование, все необходимое для зала. Плюс заложили аренду помещению и зарплата тренера. Зал разделен на несколько зон. Это зона тяжелоатлетическая и зона кардио. То есть он включает в себя многофункциональный тренинг. Проект «Женский клуб» начнет работать уже с декабря текущего года, а тренировки будут бесплатными. Единственное условие – участники проекта должны быть не моложе 18 лет. Желающим записаться в секцию стоит поторопиться. Количество мест ограничено тремя группами по 10 человек. Помимо фитнеса и кроссфита, основное направление спортивного клуба «Легион» является бразильское джиу-джитсу. С 13 по 14 ноября на базе Академии единоборств РМК город Екатеринбург проходил крупный турнир среди борцов джиу-джитсу и грэпплинга. 25 воспитанников «Легиона» приняли участие в турнире. Соревнования проходили в возрастной категории с 6 до 15 лет и взрослые 18+. Это турнир «Урал Open Mat», один из крупнейших турниров по бразильскому джиу-джитсу на Урале. Приезжали такие регионы, как Тюменская область, Челябинская область, город Пермь, Ханты-Мансийский автономный округ и Малоненецкий автономный округ. Наши воспитанники показали хороший уровень борьбы, стали чемпионами и призерами данного турнира. Сам Егор является образцом для своих воспитанников. На прошедшем турнире он занял первое место в весовой категории 82 килограмма среди фиолетовых и коричневых поясов. В общем, если есть желание освоить мастерство борьбы или просто поддержать свое тело в отличной форме, вас ждут в Советском по адресу Пихтовая, 6. Александр Никаноров, Иван Лободин, телеканал «Первый Советский».